Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики. Это мой последний день на Титанике. На Титанике. Я схожу на берега. Я когда-то верила во что-то большее, чем чьи-то громкие слова, чьи-то нежные глаза, а по факту в которых лишь пустота. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Опустила и взлетела выше к далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам, разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю патики. Это мой последний день на Титанике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, бросаю фантики. Это мой последний день на Титанике. Я схожу на берега. Я сегодня до темна и пью чувства безо льда. Я свободна, я жива. Отключите провода от моих белых крыльев, а мне пора. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Опустила и взлетела выше к далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам, разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю патики. Это мой последний день в акробатике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, бросаю фантики. Это мой последний день на Титанике. На Титанике. На Титанике. На Титанике. На Титанике. Добрый день. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. Отче наш, жеси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, остави нам долги наши, как же мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот, красота какая. Молитва каждый день. Молиться надо каждый день. Вот это все неприемлемо Господу Богу. Это все мерковесие. Это только можно информацию многогранно получить, кто разбирается, через ангелов. А на самом деле все это ерунда. Потому что Господь только знает всю правду.
Во человечении Христова есть новое создание меня, человека, потому что Бог во плоти пострадал моим страданием. Он вполне воздал за все мои долги по милости. К Еве родился от жены, но от девы, ибо и первое его рождение есть от единого отца, и бессупружный произошел от бессупружного. А перепись была во образ последовавшего Божия в Писании. Наилучший дар Богу — это добрые нравы. Без них хотя бы ты все свое имущество принес ему, однако не принесешь ничего достойного. Так принеси же то, что дает и бедный. Ничего не обещай Богу, даже и малости, потому что и без того все Божие. И что еще скажу? Не берись за все горячо, но держись того, что избрал. Лучше прибавлять доброго, нежели убавлять у него что-нибудь. Не те плохие, которые стоят низко, но те, которые, поднявшись высоко, низко падают. После Пресвятой Богородицы пошли святой Иоанн Предтеча и 12 святых апостолов. Потом отделились 12 мужей от одесной стороны, и с ними Иоанн Предтеча Господень подошли ко вратам небесного града, облеченные славою и с веселым, светлыми лицами. Вот лица веселые, светлые. Господь радостно принял их и облизал их, милостиво сказал им: «Внедите, други мои, в радость Господа своего». Они с радостью вошли во святой град. Святители. После сего полк великий пришел ко вратам святого града. Лица их сияли, как солнце, одежды их белые, как снег. Имели они амофоры на ременях своих. Это архиереи Божии, добрые, упавшие стадо Христова. Господь милостиво принял их, говоря: «Войдите в радость Господа своего, пожните наслаждением от трудов ваших, подъятых во временной жизни вами. На ниве Христовой ангелы и праведники воспели Бога Вседержителя». Информация. Смотрим на свечку. На свечку смотрим. Очищаемся. А вот это все ненужное. Даже через ангелов посмотреть, что кажется. Вот интересы вот эти все, кто сидят, вот это все ерунду смотрят каждый день. Даже ангелы говорят, что это все ерунда. Сам Господь всю правду знает. Имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Как красота. Каждый день вот читая молитву перед сном, читать надо. В течение дня читать надо. И все эти стрессы, все депрессии, все улетит, все уйдет в никуда. Красота. В кость. Пришли в кость, уйдем. На тот свет мы ничего не заберем. А сейчас надо духовно над собой работать. А все остальное потом. На этом пока все. Безумные роботы, безумные роботы, копят и едят.
средствами любыми, чтобы все иметь, все успеть. Ищут жизни и находят место, чтоб удобно было для их тел, чтоб была богатая невеста, чтоб папаша робот был удел. Безумные роботы, безумные роботы среди людей живут. Безумные роботы, безумные роботы кормят, едят и пьют. Безумные роботы, безумные роботы смеются и поют. Безумные роботы, безумные роботы своих водил не дают. Роботы рождаются слепыми, но с программой все приобрести. Мебель, дачи и автомобили, дюжину сберкнижек завести.